Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннеля. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Идем же. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Идем же. В сторону, Артём. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становится частью прошлого. Идем же.
Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Сосредоточься. Несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Идем же. Хан был удивительным человеком, не похожим на других людей, и даже не очень похожим на человека вообще. Я бы скорее назвал его магом. Только их не бывает. Пойдем. Чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся. Замри. Называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну скажем, огня.
Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Чудовища возвращаются. Наготове. Вмешиваться не стоит. Вот так оно и происходит. Живой пример. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Артём, у тебя благородная и важная миссия. Думаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, юноша. Защитникам может понадобиться помощь. Хан, сюда! Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Вы что, не взорвали тоннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов. Но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией
Судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем.
Кузнецкий мост независимое. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту у моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артем. И удачи тебе. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да. Выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что... Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Лицом к стене! Обыск! Да хватит! Отстаньте, противные! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Покажите ублюдков! Вперед, быстрее! Убийца! Сюда! Беги! Побежали! Скорее! За мной! Туда! Я не верю в Бога.
Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Сюда можно только по пропуску. Говорят, кто-то проник снаружи, на одну из станций красной линии. Ничего, КБ не дремлет, парня вылили до вечера. Аптечки! Вот эту штуку, очень. Этот, считай, до пяти. Бедноват ты. Лучшее лекарство от головной боли. Тульская станция. Это только через интернет можно заказать. Хорош? Аптечка, а старый свой агрегат можешь отдать бедным. Зачем тебе такой шлак? У тебя у самого пушка в 100 раз круче. Зачем тебе такой шлак? У тебя у самого... Ну и ладно. Эта штуковина раз в 5 помощнее твоей будет. Эта штуковина раз в 5 помощнее твоей будет. Хороший выбор. Правильная пушка. И уж точно покруче твоей. Подумай. Оружие, наркотики, аптечки, фильтры, документы. Набор туриста. Аптечки, обмен фильтры, патронов. Ножи, рекомендация лучших специалистов. Ну и где твои патроны? Я вот свои выложил. Спасибо. Спецпредложение. Хороший выбор. Правильная пушка. И уж точно отличный курс. Ну и ладно. Обмен валюты. Лучший курс. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Артём, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Ну так что, мужики? Двинули, а? Тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально. Подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Сергей Сергеевич, у меня тут пацан из местных, рвется сражаться. Идейный боец. Идейные товарищи нам всегда нужны. Отлично, сынок. Прикажу выдать тебе форму и оружие немедленно. Полезай в огонь. Внимание! Гражданским лицам воспрещается садиться на поезд без письменного разрешения комиссара. Марш, марш на фарш. Любые вот и вся воинская слава. Да у свиней на бойне смерть осмысла будет. А также иными путями проникнуть на состав считаются изменой и будут жестоко караться.
все по местам. С фронтовыми путевками должны немедленно занять свои места в вагонах. Попытка остаться на станции считается дезертирством. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну, из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил, а его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется.